постоянно, ну, часто в телефоне, а тут вообще без телефона. Мне это так понравилось, что я вообще вот сама собой. Единственное, это то, что вначале, вот когда мы ходили, как осознанная ходьба, мне было страшно, и даже на какую-то секунду я вообще хотела, по-моему, заребеть, потому что вот я осталась наедине с самой собой, я вот все время думала всю жизнь, что вот я что-то делаю, я стою сама собой, медитирую, а оказалось, что нет. Оказалось, что я впервые как будто оказалась наедине с собой, и тут вообще у каждого там своя история, каждый что-то свое отсюда взял, это очень интересно и прикольно. Но это каждому нужно, мне кажется. Спасибо. Ну, цифровой детокс в фоне, да, я просто про него вообще не говорю.